Айнбо «Сердце Амазонии» для детей старше 6 лет. Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что ее родному поселку грозит опасность, она тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Красочный добрый мультик придется по вкусу маленьким зрителям и заставит задуматься о бережном отношении к природе. «Годзилла против Конга» для детей старше 12 лет. Даже не знаю, что сказать. Зрелищно, разрушительно, масштабно. Но приелось. Про каждого из монстров уже снято несколько десятков фильмов. Разве что сходить понаслаждаться спецэффектами очередной премьеры. Кстати, в 1962 году уже снимали картину про столкновение двух гигантов. И называлась она, кто бы мог подумать, «Кинг-Конг против Годзиллы». «Поступь хаоса» для детей старше 16 лет. Постапокалиптический фильм планирует нам рассказать о мире, в котором нет женщин, а все мужчины заражены вирусом, который проецирует их мысли в виде образов к каждому встречному. И вот в такие условия попадает девушка, которой придется научиться выживать с помощью паренька по имени Тодд. По мнению кинокритиков, фильм откровенно слабый, но если вы любитель жанра, то однозначно стоит купить билет и составить свое мнение об этой картине.